Во Франции неизвестные похитили из логистического центра два грузовика, в которых находились духи брендовых марок. Об этом сообщают французские информационные источники. По их данным, сумма ущерба составила как минимум 130 тысяч евро. Злоумышленники под покровом ночи проникли на территорию склада, где увидели водителя, который собирался сесть в грузовик. Неизвестные стали угрожать мужчине баллончиком со слезоточивым газом и вскоре похитили его вместе с товаром. Чуть позднее захваченного водителя отпустили на свободу возле проходящей рядом автострады. В ближайшее время он будет допрошен следователями.